Друзья, всем привет! Наконец-то у нас появилась возможность попробовать новый табак под названием «Элемент». У нас он пришел довольно давно, но у нас все время не доходили руки его попробовать. На данный момент я попробовал 11 вкусов из 12, которые нам прислали. И сейчас будет краткий обзор этого продукта. Что я могу сказать по табаку? Основные характеристики данного продукта – это умеренная дымность, очень сильная ароматика, в некоторых вкусах даже слишком сильная, переоромленная. Просто замечательная жаростойкость. Мы этот табак пробовали забивать на абсолютно разных чашках, абсолютно разных забивках. Пробовали забивать в лютое касание, прям колодкой вплотную. И табак не горел. В этом табаке перегрев выражается перенасыщением самого ароматизатора. И как только ты приводишь жар в норму, он восстанавливается. Крепость данной линейки небольшая, то есть она тебя не размазывает, не накуривает, просто чуть-чуть ослабляет. У этого табака будет 4 крепости. У нас это вода, это практически самый легкий табак. Самый-самый легкий будет воздух, потом земля и огонь самый крепкий. На мой взгляд, этот продукт уже законченный. Единственное, что в некоторых вкусах возможно будет изменена процентовка ароматики, потому что, на мой взгляд, некоторые вкусы прям невозможно курить из-за перенасыщения ароматизатора. По вкусам, что бы я выделил? Мне лично понравился это ягодный морс. Очень похож на морс чудо-ягода, если пробовали такой. Арбузный холст мне напомнил какой-то сироп манит вместе с небольшим холодком. Также мне понравилась гуава. Она, наверное, если сравнивать, чуть-чуть ближе к нахловской, но с небольшой горчинкой такой, совсем чуть-чуть. В принципе, я люблю гуаву, и эта гуава мне понравилась. И последний вкус, который мне понравился, это мандарин. Мандарин пахнет из пачки, наверное, как мандарин от Фумари, но когда ты его куришь, он больше похож на цедру мандарина. Соответственно, в нем есть небольшая горчинка. Вкусы, которые мне не понравились вообще, это смородина. Мне она показалась очень химической, небольшой цветочные нотки там, наверное, есть. И дикая переоромленность, то есть мне его курить было неприятно. И второй вкус, который мне вообще не понравился, это манго. Что бы я еще выделил, это бельгийские вафли, очень хорошие вафли. Просто я сладкое не очень люблю, такие гастрономические вкусы, поэтому в топ себе лично не записал. Но вкус, безусловно, интересный. Возможно, напоминает Дели Хука бельгийские вафли, и это большой плюс. Кактусовый финик также очень интересный вкус. И последний вкус это личи. Личи прикольны именно тем, что он довольно натуральный. Это был краткий обзор «Элемент». Также у нас будет два детальных обзора по этому продукту. В первой части мы будем общаться с соучредителем проекта «Аглистав» Никитой. И во второй части мы поговорим с нашим другом и помощником Алексеем. Мы будем в каждом из частей пробовать по 3 разных вкуса на разных чашках, на разных забивках, чтобы максимально объективно понять и оценить данный продукт. Если вам интересно, можете посмотреть. Всем спасибо, пока!